А кстати, где все? Лю? Настя! Да ты куда пошла? Ну ты же сказала, Настя! Иди сюда! Где все вообще? Чё, прям со сцены говорить? Ребята, извините за опоздание, мне кто-то шорты за кулисами украл. Настя, понимаешь, просто мне не в чем было выступать. Ах ты дрянь! Ты что? Трусы мои одела! Девчонки, хватит ссориться, Новый год прошел, каникулы, рассказывайте. Эй, девчонки, вы что, про меня совсем забыли? Точно, иди сюда. Привет. Привет. А кто это? В смысле, вы что, меня совсем не помните? А, Игорь. Альвин. Альбус. Альвин. Альбинос. Ладно, давай будет Игорь. Угу. Ну, рассказывайте. Я тут головой ударилась, и у меня амнезия была. Я постоянно забывала то, что уже говорила об этом. Бедняжка. А ты? А я наконец-то подкатил к Наташе и сказал ей, что я сказочно богат. Так сказать, закинул удочку. Ты что наделал? О, Наташа, ты чего? А у меня амнезия была, и я постоянно забывала то, что уже говорила об этом. Люб, может, тоже что-нибудь нормальное расскажешь, а? А я с родителями отмечала. О, а потом что? Чё, прям со сцены говорить? А у меня амнезия была, и я постоянно забывала то, что уже говорила об этом. Да ты задолбала уже! Ну что, помогло? Да. Ну тогда начнём! Да. 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 Итак, друзья, наша первая миниатюра «Грабитель банки» не растерялся. Все стоять, это ограбление! Чё ты ржёшь, бабки гони! Очень трепетно относится к учебе своего ребенка. Но иногда что-то может пойти не так. Здравствуйте, дети. Сегодня рассказываем стихотворение. Сидоров к доске. Но я же ничего не учил. Иди. Учил? Да, весь день с мамой. Ну, рассказывай. Мороз и солнце, день чудесный. С выражением тебя! А ты землю жрать будешь! Еще ты требуешь... Друг прелестный, дорогой, а ты что, ребенок же, да, вот давай потом. Ты красавица, простись, я же сказал, землю жрать будешь. До встречи с Северной Авурой. Так, все, скажи, тупой, что ты пусть сама лучше свой стих. Сидоров, два. Получишь два, убью нафиг. А у нас певец с маленьким изъяном. Сегодня рассказываем пословицы. Сидоров к доске. Да я же ничего не учил. Да все, да там все просто, ты по логике додумаешь. Итак, я начинаю пословицу, а ты заканчиваешь. Семеро одного. Значит, скинхеды. Бог дал, Бог. Спасибо. Тише едешь дальше. Пост ДПС. Семь раз. Самец! В тесноте. Значит, ты узбек. Что русскому хорошо, то... Водка. Садись, Сидоров, два! Получишь два, убью нафиг! И что хотелось бы сказать в конце? Вы задолбали! Нам так приятно работать с таким культурным залом. Мы рады, что выступили для вас.